Přijel po mně? Nelíbil jste se mu. Chce umřít jako hrdina. Já jsem poslala pro Rusy. Že po válce a ten člověk ještě ničí domy. Vám jde o tu omítku, že jo, pane domácí? Ne, vůbec nejde o omítku, paní. Mně jde o hodnoty, které je třeba zachovat, rozumíte? Ježišmarja. Pane Novák, kde jste se tu vzal? Více bloku říkalo, že už nejste. Vítám vás. Pane Novák. A ten bestiák střílel rovnou po vás. A ještě k tomu z mého okna. Kde se tam vzal? Nastěhovala se sem ze Sudet, nějaký slanečka. Vidíte, já mám roznášet poštu? A jo, nemůžu, no. Kluci, schovejte se! Он один? Сам. Сам? Кто же он такой? Кто он? Кто он есть? Нациста. Гербан. Понятно. Тут проход какой-нибудь есть? Ну, вход второй. Ну, двери, дверь. Нет! Ты будешь стрелять из канона? Из пушки? А что? Дом капут. Миллион крон капут. Ну? То я его дом. Весь? Целый дом его. Все то миллион. Миллион, знаешь? Не знаю. Откуда? С Освятими. Освенчим. Представ си, стріли зровно з його биту. З квартири, розумієш? А, понимаю. Ваша квартира? Так. Значит, вернулись домой, а там гости. Снад ему врати жена. Так и была в лагере. Жена тоже в лагере? Видя се врати. Вернется, обязательно вернется. Товарищ, танк, это сильный калибр. Тебе потреба легкая рука. Не цвить. Ты стрелишь с танку, так целый дом капут, лебакану. Сколько лет жили в этой квартире? Лет в этой квартире. Сколько лет? 17.
17 let. Právně, sám si na ní došlápneš. Ne, ty, nechoď tam. Nač? Ničeho. Vrňoce žena. Откроете дверь. Ну, попьете чайку, поговорите. Пивочка или как у вас, я не знаю. А я буду уже далеко. На Урале. В России. Zde je střílec z kanonu. To stříleli do vzduchu. Teď už ho nemůže trefit. No davaj, davaj! No pokažíš, pokažíš! Doška!
Ну вот.